Опа. Гейтерс на площадке против четырех игроков Red Devils. Да, тут можно просто гонять мяч по площадке и в конечном итоге она что-то там с проводом, видимо. Трешка из угла, инвест. Забивают. 15 номер. Это у нас... Ну все. Дюк в пятером. Вот подъехала форма. Забивает первый штраф. А первый пристрелочный для Чеснокова. Ну а вот второй уже на опте. Чесноков. And one. Чесноков. Ну да, тут, конечно... У Карена 0. Трешка. Ну и вот полетел у Дюка. Начинают они приближаться. Инвест. Карена, Карена, Чеснокова. Классная передача, Чесноков. Из-под кольца. Ну, снова здесь продавливает. Конкуренции там никакой нету. Надо с ним играть за получение, друзья. Не знаю, получится ли. Уверен, что свои 20 плюс очков он в этом матче может набрать, даже стартуя со второй четверти. Садовников против Чеснокова, но Чесноков все равно продавливает. Трешка. О-хо-хо! Полетела. Она будет атаковать. Дожидаются своих игроков. Там Садовников как сражается против Чеснокова под кольцом. Но в итоге просто было как игра за занятие позиции, можно так сказать. В итоге два очка совсем другой игрок забивает. Ну а здесь снова... Ну и Дюк уже начинает приближаться к своим понятиям. Чесноку против Садовникова. И здесь снова большой акцент внимания на себя Чеснок. Будет сражаться там до конца. Здесь Воякин пока два штрафных исполняет. Первый попадает. Вот если Садовников еще может как-то посражаться в плане занятия позиции, то вот подбор уже здесь должен забирать Чесноку. Передача в угол. Трешка! Здорово! Воякин. Воякин вместе с... Сучков, ну и хорошо получилось, забивает флотер. Трешка через руку. У-у-у! Сюда, сюда. Еще одна трешка, только с другой стороны. Ха-ха-ха! Проходит этот пас, все-таки два очка забивает. 33-16, минус 17 для Дюка. Хороший проход, Сучков зарабатывает. Еще и один штраф. Карен. Сучков. Не попал, мяч забрал. Садовника. Вот про что я и говорил. Где он был до этого? Хорошо. Ну и вот наконец получает здесь.
Попадает первый штрафной. Второй тоже точно для Сучкова. Минус 13. Для Дюка. Пытаются, сражаются. Арен. Здорово. Вратные мячи должны быть. Трешка от 11-го. Сюда, сюда. Попадает штрафной Ваякин. Скидка. Хорошо. В проходе 2 очка. Наконец-то. Наконец-то Дюк забивает. И... возвращаемся. Все. Последняя четверть, друзья. Ну и сразу Гейтер забивает. Уверенно. Здесь... не получилось Садовникову вот защищаться. Хороший заброс. Листов бросает. Скидка на Сучкова. Сучков. Степбэк. 3. Не точно Ваяки на подборе. Надо попадать. Хорошо. 2 очка забить. Нет. Плохая скидка. Карен. И сверху. Оу! Блокшот ставит Садовников Чеснокову. И зарабатывает для себя возможность набрать очки. Свободно с линии штрафного. Карен. Первый штрафной. Попадает. Здорово. Загружает под кольцом Чеснокова и... о-хо-хо! Хайлайты Сучкова. Штрафной реализует Сучков. Да, немножко по статистике давайте. Карен. У Карена, кстати, сколько у него? У Карена 5 очков. 2 из 8. Двухочковый. И решал сам на себя брать эту атаку. Ну вот здорово, снова Гейтерс распасовались. И еще 2 очка себе. Тоже понятно. Классно. Хотел бы я в этом матче выделить обязательно Чеснокова. Ну а также Стома. Стома 11 очков в этом матче набирает. Из которых 3 из 5 из-за дуги бросает Стома.